Всем здравствуйте! Сегодня мы продолжим говорить о склонении корейских фамилий на согласные, типа Ким и Цой. Как правильно, Игорь и Света Ким или Игорь и Света Кимы? Запомним, что если при фамилии стоят два мужских имени или слова муж и жена, брат и сестра, то употребляется форма множественного числа. То есть верно, Александр и Владимир Лимы, муж и жена Лимы, брат и сестра Лимы. Если при фамилии два женских имени, а также слова супруги, братья, сестры, то используется форма единственного числа. Например, Оксана и Катя Лим, супруги Легай, братья Ким, сестры Ким. Во второй части рубрики поговорим о написании слова «онлайн». Это слово как самостоятельная лексическая единица и как компонент других слов уже давно вошло в нашу речь. Употребляем мы его часто, иногда неверно. Есть два типа ошибок. Первое – написание «онлайн» через дефис. Это неверно. В русском языке заимствованная из английского конструкция «онлайн» пишется слитно. Она и в английском языке писалась слитно, к слову. Вторая ошибка – неверное написание «онлайн» как компонента другого слова. Часто пишут слитно или раздельно. Давайте запомним, что если «онлайн» входит в состав другого слова, то пишется через дефис. Например, «онлайн-презентация прошла успешно». Итак, еще раз. Слово «онлайн», когда оно одно, пишем слитно. Когда это слово входит в состав другого слова, то отделяем его дефисом. Например, «я буду онлайн» и «я буду на онлайн-дефис-конференции». На этом все. Будьте здоровы и говорите без ошибок.